это у нас организация больше всего удивляется, развитие сельских территорий, сохранение культурного и природного потенциала сельских территорий, развитие фермерства кооперации и портрет современной сельской женщины. Остальные чуть меньше, но пока еще у нас время осталось. Я думаю, что, в принципе, будет примерно столько же распределения работ. То, что касается лидеров регионов, которые больше всего привлекли участников к нашему курсу.